Павел проходит дальше, набирает третий поинт. Поинт. А на танцполе Сенька. Посмотрим, получится ли у нее седьмой поинт забрать. Сейчас также у нас работает тайбрейк. Давайте, ребята, напрягитесь! Сейчас все решится! Больше никаких тайбрейков, только чистые решения! You
20-20. А независимо от того, какое сейчас будет решение, у нас есть еще максимум 5 минут. Итак. Раз. Два. Три. Никаких тайбрейков, Даша, давай определяйся. Ксения дает победу Даша. Спасибо, Паша. Ксения становится победителем номинации «Хаус» на нашем... на нашем... депутатовщике. Скилл здесь рождения. До конца номинации возвращаться на наши вкусы. Я надеюсь, что он завтра прибудет.